Который нас ебнул, да? Нет, Ферал, который. Гудвика один туда поднял. Гудвик только чужим может гордиться. Гудвик что, блядь, про чужой рассказывать рассказывать? Вон на магике, я люблю. Своего нету, может только чужим хвастаться. Смягчите. У меня мой ДПС в два раза больше, чем твой. Какой у тебя? У меня 12. Где? Где? На магике. Дал колоде 3500 было бы. Какой, блядь, не надо. Так я тут без настроя вообще ничего. ГП за 15 настроек получается. Так это у Эдуарда же на ноги. Это без настроя. Кудлик. Ты где? А. Я стою. Будет караться это. Что? Ты пиздец, расслабились. Отсутствие настроя. Кошка идет сюда, давайте. Нет, 3 минуты еще. Ромбик, давай вот поближе. Рыбка стоит. Сузан, почему? Ну ладно. Так, Гудвик, он котлен, дам. Я лошка. Нет, там базарит. Рыбка не дам, да, дам, но на сбор решил. Не вижу тебя, наверное, в топ-10 даже. Ты не думаешь. Мы идем на ходера, да? Да. Я бы вообще бы ГП давал бы, кто не дамажит, блядь. Десятку не ходит. Кто в десятку топ не входит, ГП. Так всего 16 дамагеров или сколько? Ну да, получил. А если двумя персами входишь? Десятку. А? Что? Если двумя персами в десятку входишь. Ну это вообще красота. Чё? Теперь как-нибудь еще уравнять, что некоторые саппорты, некоторые чистые ДД, а некоторые логи, у которых руки и жопу могут быть на дамаг будет. Согласен. Ну что не да, логи за ДПСером не считаются. А. Долго смеялся? О май. Я думал, ты про розы. Не, ну в Т4 типа дамаг же. Ну рост на стона, я бы судьбу риски сделал локал. Да хули там, блядь, буря на туре ебашит, просто пиздец, блядь. Бля, кто-то у нас тоже по лужам тоже охуенно ебашит своими ногами. А это дупло пробежало. Это Гудвик бежал, я не знаю. По-любому. Неправда. Похоже на правду. Давайте это раз в жизни пройдем спокойно сейчас. Я на пух тебя дал. Красивая лужа была. Я тебе тут еще чуть-чуть допулю. До конца бежим или тут бьем? Кто еще спулит? Сложно получится. Ой, дот. Да просто ходит по очереди, кто-то АФК встанет, топ пошел с пулем. По посменная ада. Ну, кстати. Сломал пацана. Почти Суза, ты там где? А Сузы совсем нет, да, получается? Я не знаю, они, кстати, куда-то... А-а-а. Ну,
как бы окей, давайте заходим. Ну я думаю, он не обидится, тут ничего особо нету такого. Там на него ничего нету в реале. Забываем. Последнюю вспышку там разбейте. Все интернет перепущу. Хоть он скорчался. Блять, прям по луже по этому. Прям по костру пробежал. Не становитесь у костра, его сам стоит там. Стак. Идеально, не прыгай ты в костер-то, не Иванку Павла. Там через прыгает. Ну так он, ну, пытается через него, по факту он в него прыгает. Когда на Ивана Купала, ему вообще делать ничего. Сгорит. Давайте спадайте масс. Сокру подайте. Только зорки дамажит. Просто босс. Ну, мне не дали вам настакать много. Зорки там ничего себе дамажит. Я не ебу, как я дамажу. Я просто в этой в свете стоял. Блять, стоишь, дамажишь, непонятно вообще. Ну, так нет, я всегда вот каждое КД стою на этом столбе и вот. Еще 12 тысяч. А тут 24. Жизнь тебе сразу рассыпется. Капец. Да, бля, вообще красиво просто. Гудлик, если что, я Гудлик, я тебе скаунт не вижу. Запал точек отдам. Что? Я тебе скаунт не вижу. Даже в топ-10. 12. Да всем уже давным-давно стало известно, что Гудлик дамажит язычком. У тебя в DTL все на 6 тысяч меньше DPS показывает. Ну так я стакал вообще-то дебаф для РТД зоны. И у тебя. Эх, бедный Гудлик. Ты, блядь, успокоишься сегодня или нет? Спрячьтесь, нету танка. Спрячьтесь наверх пока. Да. Тут пол бетонный, конечно. Блядь, еще, блядь, Гудлик пошел разбиваться об землю. Особенно Гудлика, как его нет. Да, сина латентный страус, реально. А жопой можно так это клинить? Да, я шо в этом. Сегодня полюшка 5 ВП полутал. Но он куб не нажал. С этерналами пошел, куб не нажал, 500 ВП, блин. А много это для них, типа, мало? Да хер его знает. Я ж не в их гильдии. Так у них же аукцион, по-моему, если это Асгард. Я хуй знает, кто там из них. Обычно говорят, кто их в венмесах разберет. Не, я не знаю, просто там все там горячат, что это Тернал, это Асгарда, но я там, ну... Говорят, что это нихуя не те Асгарды. Да, блядь, тех асгардов, которые были, их там уже, блядь, 100 миллионов нет, нет. А это по всем гильдиям уже разбежались. Там раньше пенсия, это вообще какая-то гильдия, которая, типа, это кто? А сейчас это, типа, гильдия, которая в ФК спорит. Что за гильдия? Пенсия. Так на каком сервере? На X2. Да. Или на X1. На X1. Ну, X1, X2, в смысле. Их объединили, да? Да. Ну, я вот, когда уходил, они начали вот эта пенсия появляться.
что-то там около закрывали, типа конкуренцию составляли на X1 джоуксы. Но джоукс в момент... 68 просто... когда сервера прошло, и все, они на принц ушли. Ну да. Вот, но джоуксы просто ливнули после... По-моему, после ИВК. Типа они забрали ИК, ФК ИК, типа, ну и такие, вау, мы типа жесткие. Она, кстати, вернулась. Да, должна вернуться. Пойдемте назад. Бафнуться могу что-то. Пойдемте, не назад, назад, кто там остался. Респект дал. Давайте вот сюда тигр... за лестницу спрячетесь. Страшная баба. Ох, блядь, вот что из тебя на пол не отдал. Тыкните рыбку, пожалуйста. Поздно, сейчас от босс уже. Вы зря сюда берегитесь. Зачем Гера? А, почему бы и да? Знаешь, я буду полгода метки сейчас ставить. Логично, конечно. Не осуждаю тебя, Донт. Может, ты почивку не получишь, что сделать? Нужно первого до двух котов. Не убивать? Не убивать. Не убивать. Они нормально кончатся? Ну, тяжело, там блидов много. На самом деле, с таким депрессом можно опять там как никто делать. Да нет, тут по не, три танка. Про то, что без защитника можно добейте, вообще... ну ребят, защитника добейте его. А 6 рамок убить. Ну и все, отошли. Пару шагов назад. Три теперь танка. Один на этот. Один холипал туда с ними, все. Теперь вся тактика галактика. Таким рейдом уже в принципе можем все подать по телефону. Да. Можем, но не будем. Знаешь почему? Потому что. Правильно. Типа ДПС какой классического пугарейда хотел подать. Такого пугарейда там 5-8, 5-9 минимум должно быть. Гира. А у нас только нет. Клёво, какие плащи. Ага. А можно их взять два и сшить в один? Как это получилось? Да. А вы на этот, на Анжерею идите со мной, кто там два человека и МКшник. А, не, стоп, там же трэш. Да, там трэш надо убить, сори, я затупил. Да что, ты сам не справишься? Да еще нет. Техни 4-4. В вагоне стыд танк. Подожди, а тебя вон сильно не апнут. Выживаем. Я знаю. Просто хочу, да? Да. Просто хочу. Массейв приятный у него. Угу. На угловане бы нам пригодился потом. Кстати, я понял, что самый профитный кусок для ретрика Т4 это грудь. Почему? Экономишь на РКБ? Пойдем. Вам-то в связочку возьмите кто-нибудь. А ты, кстати, Роза сказал об этом, то, что он профитный? А то он не лутает что-то явно. Ну, я не знаю, кстати, я ему не говорил.
Но вообще в приоритете забирать именно его, потому что там РПБ нету. А у всех остальных, типа, сетах идет РПБ, а это крит хаст. Есть аналог, аналог метка скорость. Так а он как ее взял? Он, не знаю, с идеей, наверное, бегает. У него, наверное, голова... Крыжановская. Так, у него Т9 тоже остался с тобой? Стойте, Невер, останься. И кто тут еще? О, Крима, давайте тоже. Куда? Я прослушаю. Вот сейчас звездочку. Все, можешь и став и кашить. Звездочки. Вот, не, вот сюда Лакрима иди. Центр, вот сюда Лакрима, в центр комнаты. В мою модельку прям заходи. Чуть назад. Вот. Сказали Лакрима, а ФКшек Гудлик. А Гудлик УГП, репоните. Тем, кто в МК мобов держит, нельзя? Кто? Хотят себе доп. ЕП, я тоже хочу. Это завтра у нас 25-ка охота, да? Блять, они его уброни, ловят мне плечи не ступят. Простой ты парень. Я бы уступил. Простой ты парень. Он на самом деле, да. 20 локов, уступите мне тоже штаны. И донт. Слушай, нет, я как-то хуёво, смотри. Я налатался. Чё, хуёво тут, блин, места куча. Ну, вот мне кажется, стой. Встань в печеньку. Встань там ровно в печеньку, я сейчас в ром схожу ещё. Ну, хотя... Давай я сейчас на ром перебегу. Куда дальше, Маша? Я тебя вот не вижу, я тебя вот вижу тебя. Ну вот, значит, вот тут ставь, да. Зачем? Ой, так, сейчас буду все это писать. Я бы вот так все-таки поставил. Зачем? Ты думаешь, мне личники положат, да? Ну, на всякий случай, знаешь, там туда-сюда кто-то дернется. Бег строит какой-то. Ну смотри, я вот здесь вот не вот, я вижу, что тут. Ну я беду вот сюда вот так поставить, просто чуть ее сместить, как раз таки ни то, ни то не будешь задевать. Ну переставь. Еее, полезно. Очень власть, которая не снимает. Я пошел, пока помогу. Я розовский дельгин. Его кликнул. Серьезно? Да. Кто же нахуй нужен? Если без рофа? Ну без рофа. Резерв же смешно, блядь. Да смешна сама ситуация. Да, такую тупость кликнуть. Просто за свое существование. А, серьезно? Да пробуйте он где-то. Не, в списке гильдии ты не вижу, просто это баг, скорее всего. Его где-то пролистываешь, такое бывает. Не, я специально прям понял. Стрелочка по приору, где он должен. А он заморожен, может быть, он не отображается. А, ты его в ЕПКП смотришь? Да. А, ну так понятно. Из-за заморозка? Скорее всего. Да. Понял.
Не, ну сегодня веселее, чем я там когда иду. Конечно. Егор лыжи в рейд пришел. Это потому что дурак в единороге. Топ ДПСер гильдии, как-никак с нами. Сваха по ДПСу. Нет, знающий топ ДПСеров с нами. Это знающий ПВП, а топ ДПСер это и да, я топ. Ты знающий топ ДПСеров, это правильное определение. И я, не типа, ну я сам не ДПСил, но я видел, как ДПСят. Ну это вот про тебя, да. Ты не ДПСишь вообще, блядь, но ты видел. Так нет, я не видел. Мне говорили, что Гудлик там 15к разгоняет на смотрителе. Ну, конечно. Естественно, нет скринов. Не 15, 14. Ах, понимаешь? 14. Ну, скринов все равно нету. Понимаешь, он видел, а ты даже не видел. То есть, получается, он в сферы вообще не свечивается, да? Тупо забивает на них. Нет, с ХБ даешь в сферы. Он просто придумывается. Это просто другие. И когда получается... Идет фаза, когда нужно бить босса, сейчас, и сферу просто бить одну сферу, он на сферу нет, забивает, нет. И идет все равно босса. Он зачем старенький, шмоток он нет. Занял свой ДПС. Шмоток нету. Не, Гудлик просто ходил на смотрителя с семью этими, с семью пристами, которые ему ПС-ку по очереди давали. Еще шмоток нету сейчас, поэтому сейчас ДПС нету. Типа в контенте Накса меня никто не обогнал в моем шмоте, ни один человек на сервере. Я. Типа, мне есть чем делать, смотреть ДПС. Не говорить, что это про ДПС. В Наксе шукали мавли, так что не надо. Подожди, а в Наксе Полюшка тебя не передамаживал? Я Полюшку туда даже не знал. В Накс Полюшка он не ходил. Сейчас никого не передамажу. Подожди, а Рейз? Делай, что хочешь. Скоро. Ебался уже. Да я уже все, ну тут надо дальше, чтобы они пришли. Да мы уже добили. Тут последний пак. А, нет. Последний пак остался. Еще. Да мы уже Фрейю забиваем, сейчас подойдем. Сейчас. Успеваете. Гонта, я себя не вижу. Да я пока, я пытаюсь понять, кого я не написал. Постоянные разговоры. Ну что, тащите свои ноги сюда. Не, это да. Зорки. Так. Кого я еще не назвал-то? Идеально. Вот тебе бы трансмог, а вообще бы тебе цены не было. Был бы идеально. Да не прячься сразу в дерево, что ты такой. А жаль, нельзя в елку спекаться. Ее еще поредить. Да это мягко. Ну ты там это обычно у ступенек. Наверх тоже там же. Охуенно. Все по своим месткам сейчас встали. Ну я тут пока стою, но я в доме. Все, можно уходить, да? Да. В свою меточку встань, пожалуйста. А где моя метка? Печенька. Дон, ты не помнишь, у кого еще у нас есть Мерлинка? Больше нету. Кроме Розы ни у кого. Торгора был, но он ливнул с гильдии. Блять. Я только сперва купил, блядь. Попробуй написать, может, он тебе пассар даже подкрафтит. Кстати, ты Розу можешь написать, он-то в игру может зайти, по идее. Ну, в плане, у него там доступ в игру есть, но просто он сказал, что именно рейдить он не может. Ну, если напишешь, я думаю, это без проблем способ найдет. Ой, так и стоишь. Окей. Ну все, вот так вот и спускаемся. А рыба в центре. Бутер нужно кушать? Нет, бутера не нужно, 37 минут. Я ж не падаю. Хорошо быть ШП соло хил самого себя от урона. Минус входящий урон. Приятный класс. Не дамажит, правда, нихуя, но приятный. Ну, класс приятный. Я так за хунта играю.
Не, по факту в моем шмоте локи бы давали уже бы гораздо больше. Да. И тут... Вау! Тучка очень приятная хуйня. Лока портал приятная хуйня. Так, давайте. А, туда идет хилить спаубаунд и... СМК, волк, СМК, я буду брать. Да, это и все, в принципе, спаубаунд, ты там соло хилишь. Дантус, я сразу буду в луне стоять, ты заберешь тогда? Да. Ебать, успела 40 команд, охуеть. А, здесь остаются все милишники, Невер в ту сторону, здесь остается также Айнон. Ну и в принципе все. Невер в ту сторону, это как? Ну, по ступенькам вниз. Бах, ага. Невера престом. Типа мне в туннель спуститься, я не понял. Ну, да, 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 ты в туннель идешь. В шахте гудит. Оу. Неплохо, неплохо, панчлайн. Ты рэп батлов насмотрелся? Нет, у нас МК бутер берет. Милишники, стойте аккуратно на макс ренже, между вами должно быть 12 метров. Между одной меткой и второй меткой. А кто нас здесь танчит, подожди, внутри? Никто. А-а-а. Мы не умирать уже должны быть. Не, в смысле, внутри комнаты. Ладно, извините, комнаты нет. Там любой ДК. А, там нет ДК, да? Там нет ДК, там нет. А чё, вы их не убьете, что ли? Понятно. Ну... Неудобно просто, типа, я много набираю тут там, они не могу танчить. Моба будет контролить. Да, у моба будет контрол. Бутер, подойди. Я на контроль. Вправо перешли, вправо, все вправо перешли. А у нас Ирхили, да, некому? Это что такое? Да он нажал, ты БР ему дал, он нажал и встал в эту волну. Да. Что, экран включается? Дай пупуху. Ладно, сейчас я там... Давайте дай нам сюда милика какого-нибудь. Да я с вами в туннель пойду просто. Положимся. Поднимайтесь вверх, там убейтесь мобов, которые впереди. Да он, наверное, написал случайно это, Enter, Escape нажал. А вот эта громовая хуйня, она всегда в одной и той же этой точке, да? Или разве? Какая громовая? Красная. Тебя перебили опять, не понял. Да, все норм, я уже понял. Все, не обращайся. Всегда готов помочь. Здесь у меня на всех персах осталось меньше косаря голды в сумме. Бомжуем. Есть другая проблема. Мы вайпнулись на Ториме. Даже не из пули в Ториме еще. Да. Сложный босс получается. Мы сейчас пока час 30 в рейде. Там еще где-то. Ну тут делов в целом-то осталось. Хуй да нихуя. Ну, в среднем час еще, ну. Ну да. Фрея быстрая. Душный трэш перед этим.
Везекс, легкий, йог, легкий, все легкое, блядь. Нет, ты не понял, это Фрейя элитка. С ней все быстро. Да я сейчас просто с вами пойду тоже, и все, и потом. Да ты можешь делать, что хочешь, дай нам вон Пирекса, Пирекс нормальный парень. Там соло ебало все сломает. Пирекса и гладиатора ему в пару, да, и он спеллбаунд, они там вдвоем разрулят. Ты-то там где? Дайте шкаф. Чисто в теории спелл может разогнать 40 команды. Больше уже, я думаю. А, ну да, чисто он мольбу поменяет на этот. На прожимную тринку за УД. Плюс пару камней и все. Пиздец, вот такие бы цифры бы в актуале 3-3-5, это было бы, конечно, ужас. Там целкашные паладины вылетали с такой маной. Мне кажется, если наша целка послать классика, надо бы вынести надо. Есть пару минут отойти. Не, я не пойду на 3-3-5 классик. Вон нахуй. Конечно, нет. А кстати, видали, да? Рефреш классика-классика сделали. В плане? Ну, в смысле, с самого нуля просто новые сервера классические создали. Доброе да. Утро. Два года назад уже было. Там уже БК открыли на классике. С подключением. Классика классики еще раз рефраш сделали. Новые сервера классики ввели. World of Warcraft. Я думал, с новой RPG сделали World of Warcraft. 2004. Не знаю, это самое топовое, что ну, можно поиграть, это лода онлайн. Качаем. Ой, все, да. Проходим без смс-регистрации. Можно они опять 6 часов там сидят, чтобы зайти туда на сервер, а после этого раздеваются догола и ползают от одного города до другого. Слушай, читал это... новости просто про эту ММОшку, блин. Это называется, понял, утром включил комп, поставил в очередь, ушел на работу, пришел, как раз зашел. Удобно? Потому что прикол в том, они продали 70 тысяч копий, а слотов на серваках 2000 максимум, блядь. Ну, хрен знает, Amazon, как бы, одна из богатейших компаний мира, блядь. Полтосик баксов стоит. Да понял, доставили, запустили игрока. Я что-то было глянул видосик, думал, гляну, посмотрю. Смотрю, 50 баксов положите, поиграйте тогда. Неплохо. Так, а что с хрипатом? Желание немножко пропало. Он завис, перезаходит. Пойдемте, может, пока убьем какое-нибудь говно вначале? Типа, чему время стоим просто так? Да сейчас войдет, наверное. Уже. Оу, фолк, кто играл? Оу, фолк. Что ты говоришь, в Sims я играл в Sims? О, да-да-да, Sims первый, тянет комп нормально. Ну, не, он сказал, по-моему, цивилизация. Старков. Go home, говорит, go home, янки. Wi-Fi? Да не, это home надо, это HS надо тискать, короче.
Блядь, цивилизация это вообще типа, ну серьезно, ты можешь типа взять цивилизацию, включить, взять пивасик и просто вот проебать все выходные. Типа вот это цивилизация. А, не, есть пиздатые это споры, игра от Sims. Не, спор такое, типа. Что мне все залипали, это не зашло совсем. Мне нравилась эпоха бактерий там. Прикольно, вообще, ну, никакой мозговой нагрузки, чисто хуйней занимаешься. Симулятор программиста сделать. Входишь, короче, ловишь. Ты не напрягаешь мозг, он у тебя уменьшается. Все, цитата великих людей. А если сильно большой мозг, он у тебя типа из черепушки будет этот, ну, вылазить, давить. Нихуя себе. А как напрячься так? Можно я на хантех тоже подаю ДП? Ну, нормально, нормально. Видел. Благородные люди, получается. Чтобы все успели посмотреть. Ух ты, Лакрима, ты что, колдуешь? Из шляпы достаешь камни бакашные? А достань мне сердолик. Это боевой пропуск. Понятно. Да. Да я думал, там Лакрима такая, оп, короче, такой волшебная четвертая сумка. Открываешь ее, нажимаешь просто на лодку, як там появляется камень бакашный. Очень удобно. Давайте пока Айнон там негодует, рассмотрим его трансмог. Айнон, ты где? А ну покажись миру. В смысле, подожди, нет, Айнона критиковать, я его за пояс критиковал. В смысле? Ну, блин, ну типа это ботинки, все нормально, я не могу ничего тут не сказать. Я смотрю, там этот, разваливаются, да, совсем Black Snow, к нам уже один из их офицеров перешел. А вон сова. Ну, в смысле, я его взял, кто такие Black Snow? Это из Black Snow, типа один из офицеров. Кто это такие? Да это какая-то гильдия, которая спрашивала у нас, как закрывать это. А, скажи, блядь, ИК 25-ку. А, да, точно, у Сани спрашивал. Ну, это да, это типа такая, ну, среднечковая гильдия, которая, ну, типа, и нихуёво ничего не скажешь про них, но ничего хорошего тоже не скажешь. Как мы? Ну да. Слушай, да тут оказывается на Альянсе топ-гильдия СПКЮР, Быстрые Ветра и еще какая-то Стрелять. Гильдия назвали. Не, СПКЮР это надо сказать не то. Ну а что, они реально неплохие же вроде гильдии, вроде сейчас откроются. Говорят, Легион топ-гильдия. Легион это вообще... Ну у нас же вон там на замене сидит пачка людей, кого-нибудь кинули, готово. Не, если вдруг меня там он донт кикнет, я пойду в Легион, естественно. В Накс, да? По-моему, это топовая гильдия, конечно. Я сейчас пойду Ульдуар буду осваивать нормально, по-моему. Я с тобой пойду. Ульдуар или Накс, ты определись. Подожди, Накс уже освоен. Накс освоен. А, все уже закончили, да? Прогресс, блядь, 15 из 15, или сколько там боссов, уже не помню. Ну, не умирающего с ним пытаешь. Какого не умирающего? Умирающего. Нет, ты их на не умирающего выведешь. Ты, слушай, ты слишком меня этот... Слишком я подъебываешь сильно. Это невозможно. Ты переоцениваешь. Нет, это подъебываешь называется. В случае с Легионом это подъебываешь. Не, я в тебя верю, ты их научишь. В смысле? Какой два дня? Не, они уже нормально должны сносить. Уже за день, да? Уже, по-моему, за день.
Че у нас с крипатом? Может, уже начнем? А, пожалуйста. Сейчас. Подожди, где там воет? Давайте найдем. У стенки. Блин, какой ты стенки? Тут много стен. Блин, тебя искать. А что за дискотека? Откуда светит? Рыжий. Подожди, я тебя... А, вот нашел, господи. А, да, слушай, убого прям, типа, мне максимально не нравится. Но не прошел. Мне максимально не нравится вообще Т4, как смотрится голова на этом. Донт, хрипатый зашел. Да плечи как-то нормально, типа вот голова, как ты знаешь, как будто тебе взяли, типа вот, за рога. Успокойся, прекращай. А, спеллбаунд, у тебя до сих пор прикрывание? Ну, видимо, да. Сум не проходит, там у вас кто-то зашел? Да, Дрич зашел. Хрипатый зашел, да. Да суть спала на арене, там на арене. Хрипатого пока что суммонить тогда. Не суммонится он хера. Ну, да он бежит вам сзади. А, Ваук, не надо, слушай. Давай попробуем так сейчас со спелом, если нет, ну этого босса прохилить кое-как, мне просто заспамить флешками. Ой, холивайт. Давайте, все то же самое. Дрич пока что на замене. Сейчас после этого, если вас спала не отлагает, ну, я мы его отпустим. Там дальше его не нужны. Ты зайдешь как раз. Я тоже лагаю, пиздец. Ты не веришь. Не, серьезно. А, так, ладно, все. Давайте, арчет. Трэш и прочее. А за недоверие осуждаю. Вообще. А тебе поверил, Хэсон. Так, хорошо. Сова. Вообще поймал ты тайминг, конечно. По меточкам все своим, все их вспомнили, прокрутили, если что, чат. Как-то больно ударило нас, это что было чем такое? Это, да, реально. Это жук задул. Влево отошли. В левую сторону пришли? Извини. Право. Обратно, в другую сторону. Похильте. Влево пришли? Уже. Сейчас зашли в комнату. Не встану. И тамцев всех своих завели. А что ж мне так везет на эту хуйню? Раз, по центру одни идти. Кто? Справа, дай. Зашел и папу нажал. Пришлось. Все, спускайтесь, прыгайте сразу. Я с пулем. Наверное, выключи это. Выключи. Там тенка сзади тут далеко бежит, и я его скорее душнила. Это невозможно. Торим, не сомневайся. Твоих врагов ждет. Я повис. Да. Держу, упала, блядь. Упал, ёлка. Он залетел.
В скриншоте, что мы уже хотели. Сервер упал? Да? Да. Как здорово. Что все мы здесь сегодня собрались. Правильно, ты сегодня заеблись. Ты что, матюкаешься? Вообще, я осуждаю мат. За мат извини.